Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я буду проверять новые крафты, потому что мои подписчики мне пишут, мол, Кентуха, а ты в курсе то, что можно крафтить перчатки, и я, ребята, просто в шоке. Поэтому прямо сегодня, ребят, присаживайтесь подобней, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, потому что я, ребята, для этого видео потратил более 8000 голды, посмотрите, сколько я открыл разных кейсов, и все, ребята, это ради крафта, потому что прямо сегодня я попытаюсь скрафтить перчатки, поэтому, ребят, с вас лайк, подписка, поехали! На GG Standoff вышло летнее обновление, добавили новые кейсики, а также бесплатные подарки, давайте их прямо сейчас заберем. Просто пополняешь баланс и забираешь подарки. Также добавили второй шанс. Что же это такое? С определенным шансом можно повторно открыть кейс и выбить более дорогой дроп. Не забываем про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду мы получаем еще один бесплатный барабан. Также по моему промокоду ты получаешь еще один очень огромный бонус при пополнении. Все нужные промокоды и ссылки ты найдешь в описании. Ну что же, дамы и господа, перед тем, как я попытаюсь скрыть перчатки, я хотел вам показать просто масштабы всего этого. Просто, ребята, обратите внимание, сколько у меня легендарок. И я думаю, вы понимаете, что же мы с ними всеми сделаем. Просто посмотрите, сколько у меня всего. Для тех, кто думает, что новую коллекцию нельзя крафтить, я прямо сейчас пруфану, ребят, вообще спокойно. Мы нажимаем на любой скин, и мы видим то, что есть кнопочка крафтинг. Значит, новую коллекцию 100% можно крафтить. Ну что же, ребятки, наш великолепный крафт мы начнем из рарок. Но рарки будут необычные, рарки будут из новой коллекции. Просто, ребят, посмотрите на все это. Я вот так выбираю все скины, потом говорю волшебное заклинание по типу абракадабра. Давай, крафтик, давай, давай, родники, и мне выпадает MP7 Place. Ну, неплохо, хотелось бы получше, но идемте дальше. Так, ребят, у меня, кстати, есть даже статреки рарки. Нифига себе, слушайте, а давайте мы сейчас скрафтим статреки. Без проблем, сейчас мы скрафтим, ребят. У меня, вот, смотрите, 3 новых рарки из статрека, ну и 7 старых. Так, все делаем, нажимаю кнопочку выбрать, и мне выпадает, надеюсь, новая коллекция, пожалуйста. Мне, к сожалению, выпадает эмочка Гран-Прикс. Но, ребят, мы не сдаемся, потому что это только начало. У меня капец как много скинов. Я не знаю, меня можно крафтить до вечера весь мой инвентарь. Продолжаем дальше делать крафт рарок. Ребят, ну у меня просто слишком много этих рарок. Я крафчу чисто скины из новой коллекции. То есть, посмотрите, ни одного скина из старой коллекции. Все скины из новой коллекции. Я реально потратил 8000 голды чисто на кейсы. И плюс еще и купил кучу... Ой, блин, ребят, ну короче, 1015 вот на это видео конкретно потратил голды. Так, ну шо, поехали дальше. Будем, ребятки, говорить откровенно, рарки это слишком скучно. Но их тоже надо крафтить. Ну а чё, я чё, зря кейсы покупал. Так, давай, 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 оп. Оп-оп-оп-оп. Опача, и мне попадает Фома Сангер. Это мой, кстати, нелюбимый скин. Ну, сейчас уже будет немножко поинтереснее. Сейчас мы, ребятки, уже будем конкретно крафтить эпики. Так, ну что, обратно же выбираем исключительно новые эпики. Потому что, ребят, у меня новых эпиков, ну, прям капец как много. Посмотрите, это все новая коллекция. Просто посмотрите, сколько же у меня эпиков. Так, ну что, давайте. Ахалай-махалай, дорогую легендарку нам давай. И мне падает М60 Грунш. Ну, кстати, пацаны, неплохо. Я доволен, я доволен. Идемте крафтить эпики дальше. Так, ребят, делаем вот так. Вот так, вот так, вот так. Ну, полюбасу сейчас должен выпасть скин из новой коллекции. Я вот специально взял 5 скинов из новой коллекции, 5 скинов из старой коллекции. А ну-ка. И мне выпадает... я понял, старая коллекция. Бывает такое, бывает. Бывает жизнь огорчение. Так, ребятки, мы не дезморались, потому что у нас есть еще один крафт эпиков. Ну, а прямо сейчас будет немножко поинтереснее, потому что я буду крафтить исключительно новую коллекцию. Давайте. Оп, оп, и... Моя ты умничка, обратно М60 Грунш. Так, ну что ж, пацаны, что же у нас там еще интересненькое есть? Так, эпики закончились. Получается, мы к легендаркам приступаем или как? Ну да, давайте к легендаркам. Ну, честно говоря, мне уже немножко плохо стало, потому что посмотрите, сколько же у меня всяких этих легендарок, пацаны. Просто пруд прудом. Давайте начнем с обычных АКР некромансеров. Кстати, мне вот интересно, а можно ли крафтить скины с наклейкой? Потому что, если я не ошибаюсь, то до обновы крафты с наклейками были запрещены. Да, если вы это не знали, то значит вы давно не делали крафт. Так, ребят, я выбрал скины, конкретно АКРы с наклейками. Нажимаю кнопку выбрать и... АВМ Генезис, слушайте, ну я доволен, я чертовски доволен, потому что я в огромнейшем плюсе. АВМ Генезис, это, ребята, очень хорошая примета, значит, мне будут выпадать конкретно дорогие арканы. Ребятки, прямо сейчас берегитесь, потому что я буду делать, ну, прям нереально дорогой крафт. Ну что же, полетели. Это крафт из замок некромансеров. Да, ребята, мы все ближе и ближе приближаемся к тому самому крафту новой коллекции. Но давайте для начала, для разминочки, мы покрафтим эмочки некромансер. И поверьте мне, они стоят очень дорого. Чтобы понимали, каждая эта эмочка некромансер стоила по 170, а то и по 180, а то и по 190 голды. То есть я сейчас делаю крафт на 1800 голды.
Поэтому, ребят, держим кулачки. Хэштег, комментарий, АКР, Трэшер Хантер, пожалуйста, КРТХ, если ты меня слышишь. Давай, брат, поехали! Твою налево, ну елки-то палки, блин, просрали голду. Ладно, ребята, это все ради контента, не сдаемся, у нас впереди новая коллекция. Возможно, немного поехал кукухой, а может даже не немного, а много. Но я хочу для удачи просто открыть 3 Empire кейсика. Поэтому, ребята, держим кулачки, давайте, чисто для удачи. Вау, Аркана, Аркана, М-ка Аркана, охренеть, не встать. Вот это я понимаю, удача, Окей, нормально, это уже хорошо. Открываем кейсик номер 2, и мне выпадает... Легендарка? Да вы рофлите, да вы рофлите! А, понятно. Да вы рофлите. Понял, принял. Так, ну чё, почему? Давайте. Ух, думаю про перчатки. И мне выпадают. Как вы думаете, что? Мне выпадают. Еще одна легендарочка. Ну куда же без них? Ну а теперь можно делать крафт. Ребята, я скажу так, пожалуйста, не повторяйте это дома, потому что вы можете просрать, ну капец, как много голды. Так, ну что, для начала мы делаем крафт еще последний раз уже из всех тех скинов, из тех всех легендарок, которые у меня остались. То есть это 5 некромансеров, какие-то дробаши некромансеры. Просто беру все, что вижу. Вот все скины, которые вижу, вот Т9 Фейбл, нажимаю кнопочку выбрать. И мне падает. Ух ты, блин! Нифига себе, сказал я себе! Я вот этого не ожидал. Вот этого я точно не ожидал. Да-да-да, прямо сейчас я буду крафтить уже непосредственно новую коллекцию. Ну как? Ну то есть, 2 скина будут из старой коллекции, да? Вот раз-два. А все остальные скины будут из новой коллекции. Я, честно говоря, даже не знаю, что мне выпадет, не знаю, что ожидать. Немножко переживаю, немножко волнуюсь. Ну чё, ребят, давайте держим кулачки. Хэштег перчатки в чат, и мне выпадают. Пожалуйста, перчатки, я вас прошу. Давайте. Перчатки! Еще одна эмочка с глушителем. Спасибо большое, очень приятно. Но я хочу сделать еще один крафт. Да, ребята, я хочу сделать еще один крафт. Вам не послышалось, потому что мне хватает на еще один крафт. Да, просто посмотрите на все это. Ну что же, дамы и господа, держите за меня кулачки. И я прямо сейчас нажимаю кнопочку выбрать. Пожалуйста, перчатки, выпейте мне, я вас умоляю, я вас прошу. 3, 2, 1, поехали. АВМ-бум! Нифига себе, это очень круто, но это не перчатки. Ну что же, дамы и господа, в принципе, на этом все. Я считаю, что мне выпал реально очень крутой, хороший дроп. Но если вам не сложно, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите, выпадали ли вам перчатки. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.